Yoga, yoga, yogeshwaraya, bhuta, bhuta, bhuteshwaraya, kala, kala, kaleshwaraya, shiva, Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya. Yoga, yoga, yoga. Shiva, Shiva, Sarveshwaraya, Shambho, Shambho, Mahadevaya. Shiva, Shiva, Sarveshwaraya, Shambho, Shambho, Mahadevaya. Shiva, Shiva, Sarveshwaraya, Shambho, Shambho, Mahadevaya. Bhuta, bhuta, bhuteshwaraya.
Kate kanta danagata chinta. Vatula kintava nasti niyanta. Kate kanta danagata chinta. Vatula kintava nasti niyanta. Trijagati sajjana sangati rekha. Trijagati sajjana sangati rekha. Bhavati bhavarnava tarane nauka. Bhavati bhavarnava tarane nauka. Пожалуйста, откройте глаза. Намаскарам всем. Думаю, что большинство из вас больше знают о новостях, связанных с коронавирусом, чем я. Потому что вы, наверное, не отрываетесь от онлайн-изданий и от телевизора. Многие уже становятся экспертами по вирусологии, читая про этот вирус. Если вы заинтересовались вирусологией, сейчас не время этим заниматься. Уже есть эксперты в этой области, и этого достаточно. Нам просто нужно следовать инструкциям. Если вы хотите исследовать эту тему, это можно будет сделать после того, как острая фаза заражения спадет по всему миру. Скорее всего, вы заинтересованы не в вирусологии, а просто вы хотите быть частью того, что сейчас происходит. Именно в этом суть социальной дистанции, чтобы мы не позволяли вирусного распространения чего угодно. Это очень важно. Последние 24 часа около 3000 человек стали жертвами вируса по всему миру. В особенности в Испании, в Соединенных Штатах это начинает усиливаться, в Великобритании премьер-министр, принц, министр, министр финансов одной из земель Германии покончил жизнь самоубийством, потому что не мог справиться со стрессом от всего происходящего вокруг. Это негативная картина. Но так быть не должно.
все должно происходить на основе осознанных действий человека. Но мир стал тише, спокойнее, все машины остановлены. Люди начинают задумываться, в чем же смысл? К чему нужна была вся эта гонка? Возникают подобные вопросы. И это очень хорошо. Я уверен, что другие живые существа очень счастливы. Я вижу, что много где животные начинают ходить по улицам, дикие животные. Они начинают думать, что все вы исчезли, они думают, давайте снова сделаем планету замечательной. Похоже, что человеческий вирус исчез. Само по себе существование вируса является ядовитым, потому что он причиняет урон своему носителю, который является для него источником жизни. Это не так уж далеко от поведения людей. Для планеты, которая является для нас источником жизни, мы в буквальном смысле яд. Я говорю не только о вирусе. Все животные, млекопитающие, рептилии, птицы, они снова встречаются и говорят, давайте снова сделаем планету замечательной. Я не говорю это, чтобы преуменьшить страдания человека, но даже когда карантина не было, не то чтобы люди не страдали. Каждые 4 минуты происходила какая-то авария, ломались кости. Каждые 12 минут кто-то терял конечность. Сейчас же никто не теряет конечности. И я уверен, что переломов очень мало, потому что никогда в истории человечества люди не ломали кости настолько часто, как в 20 и 21 веке, просто потому что мы двигаемся на более быстрой скорости, чем та, для которой было создано это тело. Так что даже при малейшем столкновении все ломается. Так что, как я не раз говорил, то, что преподносит нам жизнь, не всегда ваш выбор. То, что вы делаете с этим, это целиком ваш выбор. Именно этот выбор мы должны сделать прямо сейчас. И вынести лучшее из того, что преподнесла вам жизнь. Потому что те, кто сейчас жалуются, точно так же жаловались, что им нужно ходить на работу. Сейчас, когда они сидят дома, они жалуются и на это. Пожалуйста, не поступайте так. Когда вы идете на работу, делайте это с радостью. Когда вы не можете пойти на работу, сидите дома с радостью. Это очень важно, потому что если вы можете изменить качество жизни вокруг вас, это потрясающе. Если вы не можете сделать этого, то хотя бы вот эту частичку жизни на планете, эту маленькую часть планеты, вы должны сохранять в хорошем состоянии. Определенно, это ваша обязанность. Но если вы чуть более открыты, тогда вы пытаетесь сделать еще несколько жизней прекрасными, еще несколько ситуаций прекрасными. Каждый делает то, на что способен. Это нормально. Но основная задача — поддерживать это в прекрасном состоянии. Это очень важно. Все, что сейчас произошло со многими людьми, когда они ходили на работу, их все раздражало, каждый день. И они всегда говорили, что это из-за работы, из-за условий работы. Какой ужасный начальник, какие ужасные пробки. Мы убрали все это. Сейчас вы в своем милом доме.
Теперь люди говорят, мы хотим выйти, мы больше не можем здесь находиться. Идет всего лишь четвертый день, а это уже набирает обороты. Дело не в том, что что-то не так с вашим домом, и дело не в том, что что-то было не так с вашим офисом. Просто вы пытаетесь сделать что-то во внешнем мире, не наладив вот это. Поэтому, что бы вы ни делали, у вас появляется такое чувство, будто вы сражаетесь на войне. Для большинства людей простое зарабатывание денег на жизнь превращается в военные действия. А если вы отправите их на войну, тогда что произойдет? Так что люди говорят о трудных временах. Неопределенность — это принцип жизни. Если вы не научитесь непринужденно справляться с непредсказуемостью жизни, вы никогда не будете жить полной жизнью. Все меняется от мгновения к мгновению. Многие люди могут этого даже не замечать, просто потому что они не живут в реальном мире. Они существуют внутри бетонного блока собственного ума. И, по сути, единственное, что люди пытаются сделать в своем уме — создать определенность в жизни. Сама природа существования такова, что оно неопределенно и постоянно меняется, но вы пытаетесь создать в ней определенность. Что, по сути, означает, что вы приглашаете смерть в свою жизнь. Конечно, по чуть-чуть. Потому что у вас не хватает духу сделать это одним махом. Об этом знают все. Но позвольте мне напомнить. Когда вам было 5-6 лет, вы были радостной и буйной жизнью. Но потом, постепенно, начало происходить трупное окоченение. Ваша живость начала снижаться. Живость не обязательно должна снижаться со временем. «О, это все возраст». Нет. С возрастом ваша живость не будет снижаться. Подвижность может снизиться. Физическая подвижность может снизиться. Живость — нет. Живость снижается, потому что вы пытаетесь придать жизни определенность, в то время как природа жизни — это непредсказуемость. Единственная определенная вещь в вашей жизни — это смерть. Чем больше определенности вы вообразите в своем уме, тем менее живыми вы будете становиться. Это очень хорошо видно. Почти на 90% лиц на планете это отчетливо просматривается. Они умирают шаг за шагом. Они приглашают смерть, потому что в смерти есть определенность. И смерть — это очень безопасно, потому что, как только вы умираете, с вами уже ничего не может произойти. Ко мне приходит столько людей и просит: «Садхгуру, благословите меня, пусть со мной ничего не случится». Что это за благословение такое? Это благословение на смерть. Только после смерти с вами ничего не случится. Если вы живы, может случиться все, что угодно. Мое благословение — пусть с вами случится все, что является жизнью. Потому что, если не сейчас, то когда? Когда это случится? Мысль, что это может случиться где-то еще, проникла в умы людей, потому что это создали мировые религии. По моему мнению, самое тяжелое преступление, которое было совершено против человечества, это создание идеи о существовании рая. Сама эта идея о существовании лучшего места, чем это, нанесла огромный ущерб жизни людей. Мы существуем здесь настолько бесцельно, лишь потому, что есть лучшее место, куда можно отправиться. Если вы так уверены в этом, вам нужно отправиться туда прямо сегодня. Все эти ограничения, карантин и соблюдение социальной дистанции, потому что мы не хотим туда отправляться.
Давайте поймем это. Мы не хотим туда отправиться, потому что никто там не был, чтобы потом вернуться и сказать, что это место на самом деле существует. Это было продано вам в виде идеи. Это самая ужасная и преступная идея, что где-то есть место лучшее, чем это. Вот оно, то самое место. Если вы будете делать все с абсолютной вовлеченностью и готовностью, это рай. Если вы будете все делать с сопротивлением и отсутствием вовлеченности, по вашим ощущениям, это будет ад. Не из-за кого-то другого, не из-за вируса. Я только что смоделировал лишь несколько положительных моментов вируса, но их гораздо больше. Если я назову слишком много, тогда те, кто сейчас находится в изоляции, могут почувствовать себя оскорбленными. Так что я пытаюсь этого избегать. Сейчас в этом нет никакого смысла, потому что они страдают от своего дома. Дом, милый дом. Люди постоянно говорят о своих близких. И сколько же разочарований за 4 дня? Всего наилучшего. Вы можете существовать только потому, что постоянно двигаетесь, не уделяя ничему внимания. Поскольку вы все время в движении, вам кажется, что все в порядке. Поскольку вы постоянно погружены в свои мысли, вам кажется, что с вами все в порядке. Нет. Сейчас хорошее время, чтобы сесть и исследовать различные уровни безумия, которые вам присущи, и разобраться в них. Когда я говорю «разобраться в них», это не значит, что нужно провести какую-то психиатрическую процедуру. Все, от чего вы страдаете, — это ваша психологическая драма. И вам просто нужно осознать, что ваша драма очень плохо срежиссирована. Если вы страдаете от нее, то все вокруг вас тоже страдают. Если ваша драма плохо срежиссирована, то только вы можете превратить ее в хорошую драму, которой можно наслаждаться. То, что происходит в вашем уме, — это всего лишь ваша драма. Вам просто нужно улучшить свои режиссерские способности, чтобы ваша драма начала разворачиваться по вашему сценарию. Драма остального мира может и не происходить по вашей задумке. Она все же больше вас. Но, по крайней мере, то, что происходит у вас в голове, должно идти по-вашему. Так что самое время взять это под свой контроль. Вам доступны многие инструменты. И сейчас в стране делается очень многое. Правительством, различными ведомствами, прежде всего медицинскими работниками, полицией, вооруженными силами. Рискуя собственной жизнью, они делают многое. Не нужно сидеть дома и продолжать свою глупую драму. Просто посмотрите, что вы можете сделать в мире, не выходя из дома, соблюдая дистанцию, чем вы можете помочь. Сделайте это. В любом случае, вы не сжигаете калории. Ведь сегодня принято говорить таким языком. Вы не сжигаете калории. Вы можете уменьшить количество потребляемых калорий. И если вы пропустите один прием пищи, по крайней мере, столько вы можете пожертвовать тем, у кого нет ничего, у кого сегодня нет средств к существованию, потому что есть много людей, которые попали в подобные критические ситуации. Несмотря на масштабный экономический план, который был развернут правительством, все еще существуют группы населения, которые не попадают ни под один из планов, и они оказались в очень сложной ситуации. Вы можете им помочь. У вас будет радость наблюдать за тем, как это обретает форму, а также радость от того, что вы кому-то помогли. Сделайте что-нибудь. Не сидите и не валяйте дурака, хорошо? Если вы будете валять дурака в эти 3 недели, тогда в течение следующих 3 лет вы должны работать без выходных, потому что вы, наверное, очень любите свою работу, что вы должны работать без перерыва, либо одно, либо другое.
Если вы страдаете в обоих случаях, что же тогда делать? Вы страдаете не от своей работы, вы страдаете не от каникул, вы страдаете от природы собственного ума. Пришло время это исправить. Садхгуру, первый вопрос пришел из Бангалора, от участника программы Ish Insight. Намаскарам, Садхгуру. Я предприниматель из Бангалора. Проблема, с которой мне и другим бизнес-лидерам приходится сталкиваться, заключается в том, как сохранить бизнес, не причиняя большого вреда человеку. Все, что мы делаем для сохранения или защиты бизнеса, отрицательно сказывается на людях, например, на сотрудниках, клиентах или поставщиках. Как мы можем справиться с этой ситуацией? Как я уже говорил, и все в мире говорят, мы понесем определенное количество экономических потерь, вне всяких сомнений. Индивидуальные предприниматели, предприятия, малый бизнес, крупный бизнес, учреждения. Работа, которую мы ведем вместе с правительством штата, стоит нам больших денег. Потребуется компания по сбору средств, потому что мы запустили несколько инициатив совместно с правительством штата. Если ситуация выйдет из-под контроля с точки зрения распространения вируса, наши расходы вырастут гораздо сильнее. Так что бизнесу в Бангалоре нужно думать, как собрать средства для нас, потому что сейчас есть работа, которую нужно выполнить, чтобы отвлечься от того, что вы не можете сделать прямо сейчас. Сейчас все в карантине. В зависимости от типа бизнеса, кто-то из вас, возможно, работает на минимальном уровне, многие другие закрылись полностью. Как бы там ни было, это необходимо. За 3 недели бизнес не умрет. Не преувеличивайте. И прежде всего, многое из того, что вы считаете негативным, все эти экономические потрясения, происходят преимущественно из-за человеческих эмоций, а не из-за реальной ситуации. 3 недели бездеятельности не уничтожат все бизнесы в мире. Это неправда. Вами руководят эмоции, страх. Просто подождите. За 3 недели ничего не произойдет. Бизнесы, которые строятся годами, не смогут просто так рухнуть и исчезнуть за 3 недели. Такого не случится. Но это может сделать паника. Не хочу давать вам советы, как руководить вашим бизнесом, ведь все зависит от характера вашего бизнеса и вовлеченности людей. Можно ли выполнять работу из дома или необходимо присутствовать на рабочем месте, мы не знаем. Но мы побуждаем фермеров не прекращать сельскохозяйственную деятельность, потому что если фермеры не сделают то, что необходимо в сезон перед муссоном, то, возможно, страна будет страдать от этого весь год. Так что они должны этим заниматься, потому что работа на ферме так или иначе подразумевает социальную дистанцию. Она всегда присутствует, всегда есть дистанция от других, но нужно давать фермерам понять, чтобы они сознательно держали дистанцию. Вы должны действовать в соответствии с характером вашего бизнеса. Но сейчас лучше всего в течение этих 3 недель следовать предписаниям правительства и смотреть, как вы можете изменить ситуацию к лучшему, где бы вы ни жили, где бы вы ни находились. Если вы не знаете, как это делается, такие организации, как ИША и многие другие, а также фонд премьер-министра, есть много мест, где вы можете внести свой вклад и увидеть, как что-то происходит. Да, конечно, экономические издержки могут оказаться существенными для многих людей. Это отразится на нации, на глобальной экономике и на индивидуальной экономике. Это ударит по всем. Нам нужно это пережить. Но самое главное, как я уже неоднократно говорил, чтобы люди в Бангалоре остались в живых. Остаться в живых — сейчас это самое главное. И во всем этом есть положительный момент. Если взглянуть на процент смертельных случаев по сравнению с количеством зараженных,
то ситуация не выходит за рамки. В 2017 и 2018 годах от гриппа и ОРВИ умерло больше людей. В США гриппом заразилось 44 миллиона человек. Погибло более 60 тысяч человек, из которых более 50 тысяч были старше 70 лет. Если посмотреть на эти ежегодные случаи, то можно увидеть, что грипп или ОРВИ действуют примерно так же, как и коронавирус. Но этот вирус не уважает национальные границы и распространяется по всему миру. Но в остальном, внутри стран, подобные вспышки случались неоднократно, и смертей было гораздо больше. Сейчас многие выздоравливают. Это не значит, что мы должны ослабить нашу бдительность. Важно, чтобы мы поддерживали изоляцию, социальное дистанцирование, придерживались самодисциплины и держались друг от друга на расстоянии. Нужно продолжать это. Но не стоит рисовать у себя в голове такую негативную картину. Через 3 недели перерыва бизнес должен заработать с новой силой. Потому что вы отдыхали 3 недели. Отдых — это основа любой деятельности. Ваши станки и машины отдохнули. Ваши сотрудники отдохнули. Дайте и своему мозгу небольшую передышку. А когда через 3 недели вы вернетесь к деятельности, то сможете вернуть ситуацию под контроль. Это вполне возможно. Мы преодолевали самые разные ситуации. Это ни в коей мере не станет концом света. Но нужно подойти к делу ответственно, предотвращая количество смертей в разных странах. Это самое главное. Так что в первую очередь примите на себя обязательство, что вы сами не умрете. А также примите обязательство, что люди из вашего окружения не умрут. Если все сделают это, то мы пройдем через это за 3, 4, 5 недель, сколько бы времени ни прошло. Мы пройдем через это. Мы вернемся к нашей деятельности. Заново запустим бизнесы, экономика тоже воспрянет. Возможно, мы немного сдадим наши позиции. Окажемся чуть позади конкурентов. Не переживайте из-за этого. Есть такое понятие, как «слипстрим», когда проходят мотогонки или даже автогонки. Если приблизиться к автомобилю перед вами, вас затягивает в его пространство, потому что он создает определенный вакуум, и вы можете ехать так же быстро, как этот автомобиль, но затрачивая на это меньше, потому что он притягивает вас. Это простая аэродинамика. Так что в течение некоторого времени быть позади кого-то не так уж и плохо. Ничего, не расстраивайтесь насчет того, что кто-то опередит вас на эти 3 недели. Это не имеет значения. Остаться в живых, преодолеть этот период и выйти из него в полном здравии, а также позаботиться о том, чтобы ваш бизнес последовал по такому же пути, и нация тоже — вот что самое главное. Давайте сделаем так, чтобы это произошло. Есть время на еще один вопрос? Садхгуру, следующий вопрос от Рошни. Намаскарам, Садхгуру. Я всегда думала, что могу провести всю жизнь за просмотром сериалов Netflix. Но в последние несколько дней карантина мне полностью наскучило все в интернете. В одном из видео вы говорили... Я очень рад. Я очень рад. Я не знал, что от этого можно устать за 4 дня. В одном из видео вы говорили, что скука не экзистенциальна. Не могли бы вы объяснить это? И как справиться со скукой? Поскольку ты фанат Netflix, и так как это что-то вроде бесконечного сериала, мы рассмотрим и твой вопрос в режиме сериала.
Следующая серия завтра.